ты еще не застала после прощения наших стен. Тут вообще. И сегодня утром проснулся от вот, стука в стену. Но он был неравномерный. Ну и что равномерный? Нет, он был такой типа. Нет, мне кажется, это встретил, потому что я тоже встал. Но не стену, что помог. Я вынесла. Ты голодная? Да. Я жду суп. Просто можно на самом деле гулять? Ну так, типа. Просто. Ну мы можем сейчас поесть и написать калинку. Расфокус не желаете? Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out. I was not born and drowned. Baby, come on. Привет, ты приехала. Ты приехала. Я ж приехала. Ты блогер? Я блогер. На тебе вместо цветов вот что. Спасибо. Видите, ноль. О, хорошо. Нет, тут скоро вызывать на 12. Вас, что мы делаем? Мы пытаемся заплатить за газ. Какой видите, на этом видео отправлено, Старикова приехала в отпуск. Гуляет, подбились целый день, сидит. Я этим не горжусь. Я этим не горжусь. Не гордиться. Не гордиться. Все ради вас. И Таня почему-то хочет снимать влог вот на эту камеру мою. Вот так удобно тебе рассказывать. Ай! Особенно удобно, насколько на разном уровне находимся. Всем привет! Всем привет! Это канал Тани Стариковой. Это мы! Абьюз какой-то. Ты хочешь что-то прикупить? Спорим, выберу тебе крыльца. Давай. Вау, она села так круто, покажи. Выйди, что ты стесняешься, никого нет. Вау, really? Наталья, сколько стоит? Надо брать. Я, как бы, готовлю 30 лайв с собой. Конечно, возьму. Я пошла мерить платье Бейонсе. Спасибо большое. Можно. О, господи. God damn. Господи, мы сейчас, знаешь, как это вот эти передачи, когда на свадьбу собирают подружку, плакать да, начинают, да. И я сейчас такая... Выйди посмотреть, как это же хотела. Окей. Я здесь снимала в 15 году выпуск про... Грузинские, и в том числе, почему здесь свободные СМИ. А это как... Переведи, пожалуйста. А как это? А попал в кадр мотоцикл?
вещь. Я заселилась в вип-домик. Гоша еще и готовит. Мы пытаемся разобраться, какую самую высокую ноту мы можем взять. Это cry for help. Talking to me. Для Калинкина мне сделали I'm in trouble, Taylor Swift. Я отвечал за ноту козла Арусева. Трабл. Ты голодная? Да. Я жду суп. Таня, хочу показать жизнь ребят в Грузии. Также Таня. Просто сидим весь день дома. Ну, собственно, вот так и живут в Грузии, что суп, я так поделаю. Слово суп. Ну, такое. Ты шутишь? А там что? А там что? God damn. Блин, реально ты такой хозяйственный. А еще я хотел приготовить салат огурцы-помидоры, но нарезав огурцы, я понял, что помидоры не влезут, и поэтому на салат просто огурцы. Не вижу, но, по-моему, они списывают какой этаж. Они идут. Встречайте. Евгений Калинкин. Чего? Маленький звук. Боже, хорошо, что я очень сильный, мы не завалились. Было бы унизительно. Для всех. Подложный такой. Да? Потому что тот код как будто бы не работал. Блин, во сколько? До вторника. До среды. Нормально. Успешно доесть еще. На что? Успешно доесть. Просто пришли пиздец. Считаю, что типа вряд ли я буду возвращаться даже. А у вас, кстати? Ну, Таня, понятно. Гоша, ты говоришь. Я уеду. Ага. Ну, в смысле, я типа не переехал, я не мигрировал. Ты просто типа... Я просто чувствую себя хорошо, вот классно. Ну, это какое-то у него психологически такое. Не-не-не, я не собираюсь жить в Грузии, правда. Не, ну я... Да, но я тоже хочу в России жить, естественно, в Москве желательно. А где мой мама тебе? So forever falls apart. Финец. Вот он. Он поет тоже? Да! Итак, грузинская доставка еды придумала гениальную вещь. Пока ты ждешь свою доставку, у тебя открывается игра, в которой нужно максимально много раз нажать на тэп. И тогда что? Токены получаешь. Рекорд. Да, что и ты получаешь? Тогда там ты будешь молодец. Я тебя озолочу сейчас. Нравишься? За рекорд, далеко. Спасибо, ты правда. Что же такое? Что же такое? Как бы мы тогда были рады получить вот это все. У меня, кстати, сегодня очень необычная доставка. Тут целый баскет добра KFC. Ну, то есть это буквально называется баскет добра KFC. Они лимитированы и созданы специально для благотворительной акции «Снова в школу». И часть прибыли от них KFC переведет в фонд помощи подросткам «Открывая горизонты». Ребятам-подопечным фонда очень нужна поддержка, особенно во время учебного года. Так что с 6 сентября по 2 ноября вы можете и в ресторанах, и в приложении KFC заказать такой вот баскет. Он продается вместе с любым большим куриным баскетом, например, с острыми крыльями. Вкусно их есть и знать, что вы сделали доброе классное дело. А я еще и сделала доброе классное дело. И у вас еще останется красивое ведро, как сувенир и напоминание о хорошем поступке. Лев уже сказал, что он будет в нем хранить лего. Или я буду будить им его утром. Это не лучшая идея, я согласна. Я еще должна подумать. Пока продолжим влог. Склейка! Ой,
просто. Вова наблюдает просто. Мы снимаем реакт. Это я тебя люблю. Это я тебя люблю. Не фокусируется, люблю. Мы нашли тайный кинки интерес Дженни. Он обожает мюзиклы. Он продолжает рассказывать про них. Больше того, оказывается, он играл в мюзикл в Питере. Женя, ты включишь мюзикл, в котором ты играл? Да, да, сейчас, подожди, очень долго просто писать. Санкт-Петербург? Концерт, ладно. Да, вон он, вот это он, да. Вот это я. Да ладно. Ты звезда мюзикла, Женя! Hey, all together! Мы наконец-то вышли гулять, здесь очень красиво. Sky is blue, grass is green. Violet is violet, roses are red. I love you. Я даже не знала, что ты здесь. Привет. Привет. Дорогая, это что, документалка про иммигрантов? Даже не надейтесь. Мне совершенно не интересно, как вы здесь. А вон ребенок плавает в бассейне. Пойдемте кататься на аттракционах. Ну, тут вообще, по-моему, привидение. Документалка на Netflix в том заключается, что мы нашли единственного человека, который работает в Тбилиси среди всех вот этих такая вот. Такая подруга. Ты играешь с этим? Ты богатый? Нет. Ты налоги? Да. Вообще-то я здесь официально трудоустроен. Реально? Да. Молодец. Ты да, поздравляй. Молодец. Приходите, пожалуйста, найди высокий. Это мне. Позирую. Получилось? Вау. Куда мы? А мы можем все Тане показать внутри. Куда мы приехали? Давайте с этого начнем. Фабрика. Это бывшая переделанная фабрика в тусовочное место. Сказали мне снимать, значит, снимаю, сижу. Снимаю, ребят, все для вас, подписывайтесь на канал. Только Таньку не видно ни хера, да, все. Но ты все равно подписывайся, она появится еще в этом видео. Таня, я сейчас проблемы получу от людей, которых я снимаю. Понимаешь, что я рискую ради тебя? Ну вот, значит, я подрабатываю оператором почему-то. Никто мне не объяснил условия работы, сотрудничества. Нормально, нравится? Класс.
мене треба, мене треба. Таня, Таня, ну как ты, что ты, сколько ты зарабатываешь? Нисколько уже, Канье Уэст мне включи. Я сквозь мокрый, это название нашего форума. Естественно, начался дождь. Мы попали под дождь, пока бежали до такси. Чуть вздрагивает зонт. И женщина французская, серьезно и мила, спешит сквозь утро тусклое. Должно быть, проспала, и тем, кто встретится ей улочкою узкою, не догадаться. Здесь у всех свои дела, она хоть бывшая, но подданная русская. Она такая же москвичка, как была. Такой квест был добраться до дома. А Гоша? Ждет? Ждет. Ждет. Посмотрите на эту шаболду. Где ты была? А, я была в разных барах, в разных вечеринках, в разных местах. Я была... Я волнуюсь. Я так люблю тебя, Гош. Пьянь, убери свои руки. Зай, ты доехала? Да, все, я дома. Правда. Спасибо тебе за вечер прекрасный. До завтра. Да, что, до сегодня. Все, через 6 часов встретимся. Ну, потому что через 6 часов мы выезжаем в Батуми. Я выгляжу как человек, который собрался, да, в поездку. Потому что я не собралась.